В Югре проходит осенняя кампания по иммунизации диких животных и животных без владельцев. Специалисты ветеринарного центра продолжают раскладку оральной вакцины против бешенства на территории охотничьих угодий, лесных массивов, на свалках и на территории особо охраняемых природных объектов. Вакцина-приманка представляет собой брикет, изготовленный из таких продуктов, как мясокостная или рыбная мука и говяжий жир. Для вакцинации животное должно съесть приманку с капсулой. Иммунитет формируется через 21 день и обеспечивает защиту от бешенства на целый год. Важно отметить, что вакцина не вызывает заболевания у животных, даже если они съедают несколько доз одновременно. Кроме того, она безвредна не только для диких, но и для домашних животных и людей.